Окей, друзья, начнем. Здравия всем. Намасте. Кто любит Господа? Напоминаю, тема, которую сегодня будет рассматриваться здесь, это как познакомиться с целью создания семьи. Серьезно, конечно. Если никто не освободился, оставайтесь здесь. Мы продолжим следующие 50 минут. Я постараюсь вам максимально сжатые сроки дать понимание, как знакомиться для того, чтобы дать отношения на всю дальнейшую жизнь. И чтобы это было счастье. Мы полюбились и разошлись. Okay? Так, друзья, я попрошу вас, пожалуйста, минуточку внимания. Давайте сейчас быстренько настроимся, поскольку времени у нас очень мало. Я попрошу, чтобы мы создали пространство, рабочее пространство. Те, кто за, там, пожалуйста, пойдите. Просто внимание, друзья, кто хочет, пожалуйста, это очень важная тема. И если она вас интересует, действительно, пожалуйста, настройтесь. Я хочу сразу предупредить, что просто спать, храпеть, это будет мешать. Все включаемся, доставайте все свои писульки, бывают книжечки, тетрадочки, будем писать. Если вы хотите, чтобы что-то осталось, нужно писать. Просто пока она влетела, вылетела, ничего не осталось. Материализация должна быть. Хорошо? Все, здорово, замечательно. Скорость условия у нас, полевые условия. Давайте настроимся, пожалуйста. Я прошу вас сейчас сядьте, пожалуйста. Старайтесь дорожки взять, удобно. Всем желательно просыпайтесь, друзья, просыпайтесь. Сядьте, пожалуйста, поудобнее, удобная спина. Ручки можно положить ладошками вверху, на коленке. Для чего сейчас нужно позицию начать настроиться? Для того, чтобы... У вас, я понимаю, есть вопросы, как создать семейные отношения, кто уже в отношениях, как это улучшить, сделать ревизию. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно садиться за внутренним я. И первое, что мы сейчас будем делать, это настройка своего внутреннего я. Помним, что все ответы есть у нас внутри. Все ответы находятся здесь, в душе. Наша задача подключить ум и спокойный ум здесь и сейчас. Это то, что мы сейчас попробуем сделать. Это будет буквально пару минут. Если у вас получится, замечательно. На наших полных занятиях мы проводим полную медитацию. Итак, сядьте, пожалуйста, закройте глаза, концентрация на области кончика носа. Вспомните, который сейчас час. Вы находитесь на планете Земля. Город Киев. Тиваль, Веда, и вы на занятиях, как создать семейные отношения, познакомившись с другими. Делаем медленный глубокий вдох. Медленный глубокий вдох через нос. И на верхней точке вдох, надеваем паузу. Выдержим. Медленно. На выдохе отвечаем все заботы. Не такое приятное. Что не беспокоит меня? Я здесь и сейчас. Старайтесь вспомнить, какой час сейчас. Какой день недели. Где мы находимся.
это, если не очень много, воспользуйтесь как благостью. Это как решать задачу разумного выбора в команде. Настройтесь к Владимиру вопрос, мы получаем информацию, которую мы получаем. Задайте какую-то справку в том, что вы беспокоите сейчас, которую вы хотели бы сказать. Запоминайте те ответы, которые приходят вам, они могут прийти в виде образа. Я сравниваю крем, любой самый лучший крем, и смазка похожа на тренинг. Никакой химический крем не заменит вам тренинг смазку. То же самое это. Самый лучший ответ, который касается меня, находится где? Во мне самого. Кто это знает? Кто я? Девушка, знаете, кто творится была? Кто? Отлично, душа, правильно, душа, параматма. И Господь рядом, супер душа. В чем проблема, почему мы не слышим себя? Почему мы встречаем людей, не понимаем, кто человек, а не тот? Как вы думаете? Почему? Вы здесь собрались, и понимаете, что у нас есть здесь вопросы. Я доверяю своему внутреннему я, хорошо? Сегодня в отношениях, и отношения идут очень здорово, и хорошо так вы планируете. Поднимите руку, поэтому не на нашем классе. Кто сегодня в отношениях, и отношения идут не так, как бы хотелось? Поднимите, не стесняйтесь, друзья, поднимайте руки, не стесняйтесь, покажите. Вопрос, кто сегодня в отношениях, и они идут не так, как бы хотелось? Не стесняйтесь, да, озвучьте свою проблему. Кто теперь в отношениях, не в отношениях? Кто был в отношениях, они закончились неудачно. Поднимите, не стесняйтесь. Покажите пространство, куда нужна помощь. Ну, отлично. Может, неудачно. То, что мы здесь находимся, здесь, и у нас есть возможность микрофон работать за мужчиной. У нас есть возможность понять, как это делается. А за оставшиеся 50 минут, друзья, вопросы за СПС методами, пожалуйста, не говорите мне, если вы должны быстрее. Постараюсь вам дать общее понимание для схем, чтобы вас ну, не вшли с мастер-классов с пустыми карманами, ничего не получили. Я вам дам краткую схему, полную схему, и как в моем представлении это делается. Я не представился, не буду с вами что-то говорить, если вам интересно, в конце разберу книжечку, если указан ваш веб-сайт.
Я дам очень легко. Мудро почему это мудро? Кому интересно, у нас есть 50 книг, что можете взять. Веда.com, больше информации вы знаете о том, чем мы занимаемся. Мы, у нас академия семейных отношений, мы помогаем людям создавать семейные отношения счастливые на основе психологии и физической культуры. Я поступил в физической культуры. Ну, до этого был очень долго атеистом. Поэтому я знаю, где я сейчас, кто еще атеист. Окей. Итак, давайте, чтобы время терять, я вам просто дам схему. Обычно я работаю активно, задаю вопросы, быстро это очень хорошо. Когда мы включаем все, задавая вопросы, вы все включаетесь, то вы включаете мозги. Но за достаток времени я нахожусь в этом зоне, мне придется просто нам давать эту схему. Но вы, пожалуйста, эта схема, которую буду давать, она общая, окей? Подгоняйте ее под себя, насколько она вписывается к вам, в вашем условии, что все не да. Но есть общее понимание. Научиться плавать, есть техника, но как он стилем я буду плавать, это что вы так понимаете. Итак, давайте задайте себе, пожалуйста, вопрос, почему у вас, почему сегодня вы одиноки? Кто был в отношениях, кто не был в отношениях, поднимите, кто девственник, это вообще не было ничего. Стесняйтесь, стать девственником, это очень обучаемость, это большая глупость. Кому обучаемость? Я не делал ничего. В общем, я видел здесь 20 человек. Итак, мы сегодня были в себе отношениях. Давайте задумаемся, что нужно для того сейчас. Дайте себе вопрос. Я был в отношениях, они закончились неудачно. Какой следующий шаг? Я хочу создать новые отношения. С чего мне начать? Каждый задайте себе вопрос. Активно включайте, я потом подсказку сделаю. Каждый говорит себе, почему, что мне нужно делать дальше. Первое, почему отношения закончились? Что я сделал после того, когда отношения закончились? Я сразу подсказываю анализ, шаги, которые вы должны проделать, когда закончатся отношения. Что делаем? Разбор полета номер один. Закончились отношения. Что вы будете? Как в спортивной команде? Команда проиграла или даже выиграла. Сразу, что было то, что было плохо, для чего? Для того, чтобы дальше работать, лучше. Задайте себе вопрос, что было, что произошло тогда. Я делаю анализ. Анализ происходит объективный. Спросить своих друзей, своих папу, маму, спросить партнерство, с которым разошелся. Как с этим, да? И после того, когда мы разошлись, я вышел на марк. Я хочу снова free. А вот это не правда. Я еще другого партнера, да? Как вы думаете, как будет вероятность того, что у меня будет тот же самый результат? Если я только что. Почему мы повторяем ошибки снова и снова, друзья? Почему мы влипаем снова и снова? Задайте вопрос каждый себе. Подумайте каждый про себя, потому что ответ у каждого свой, у каждого своя причина. У кого-то не было опыта хороших родителей. У кого-то темперамент надо работать, у кого-то как не меньше. У кого-то очень не было опыта хорошего. Каждый должен быть для себя. Поэтому почему? Когда я нашел свою причину, прежде чем двигаться дальше, что должен сделать? Устранить ее, да? Если я не устраню, такой результат будет то же самое. То же самое. Я сейчас вам даю схематическое понимание, очень схематичное. Пищу, что-то вы напомните сами содержание своей жизни. Я даю себе, который вы напомните содержание, каждое свое. Кстати, свидетель схема, четная схема, как она выглядит. Так, я разошелся. Делаю анализ. Что? Нет, анализ полета. Разобрался с ошибками. Следующее. Дальше делаем. Разобрался с ошибками, я знаю, где у меня проблема. Каждый тут задает себе вопрос сам. Вопрос, активно включайтесь. У каждого свой ответ. Если вообще, но есть у каждого свой. Что делать дальше? Я разобрался, нашел ошибки, что делать дальше? Кто тут, скажите, пожалуйста, девушка. Устраняю, отлично, замечательно. Осознал. Замечательно. Я осознал ошибки, я их устраняю. Замечательно. После этого, что делаю после того, когда ошибки устранял? Создаю новую модель, наверное, да?
Студент — это новый, получаю новый опыт. То есть я стремлюсь к тому опыту, который может меня, по моему мнению, привести меня к позитивному результату. Согласны? Кто не согласен? Кто согласен? Приобретаю опыт. Каким образом я приобретаю новый опыт? Где я беру этот новый опыт? Новую модель? Ну, друзья, читаю книги, смотрю людей, которые живут хорошо сейчас. Что еще? Предлагаю следующую модель. Семейные отношения – это первое, где мы рождаемся, как ребенок. Мы получаем опыт от папы с мамой. И то, что нам не хватало до 14 лет, это то, на чем нам надо работать. Это первый сам показатель, на чем мне надо работать, что мне нужно исправить. Вспомните, пожалуйста, свое детство, пожалуйста. И до 14 лет, когда мы живем на карме родителей, что у нас не хватало, это показатель номер один, то, на чем нам надо работать. И если я не исправил эти качества, что будет дальше? Что будет дальше? Я пришел сюда, мы все... Кто атеист? Поднимите руку, ребят. Кто атеист? Это у нас первый. Раз, два, три. Отлично. Хорошо, для атеистов. Пожалуйста, все, что я сейчас говорю духовное, поставьте просто понять на веру, как вот формула в школе математическую. Поднимите ее хотя бы на это занятие. Попробуйте, как она будет работать. Не работает, но просто подпишите что-то другое. Итак, я пришел с этого задания. У нас есть каждое свое задание. И это задание, самый простой метод, который я предлагаю, это определяется тем, что до 14 лет мне не хватало. Это то, на чем надо работать в первую очередь. В первую очередь. Поскольку мы здесь учителя и ученики, когда мы женимся, как вы думаете, кто мы друг друга, когда сексуальное влечение ушло, вот это цветочный букетный период, что происходит дальше, когда закончилось притяжение? Ну, друзья, уже все опыты имеете, говорите мне, кто-то скажите. Что происходит? Пробуй, скажите, пожалуйста. Когда закончился цветочный букетный период, притяжение, это сексуальное наслаждение, что происходит? Что? Варенье. Мы начинаем друг друга учить. Сейчас терпение переполнилось, и здесь начинает проявляться в полной мере учителя. И учителя, мы одновременно. Если я не прошел, если я внутри периода семьи не отработал те качества, которые мне нужно было изначально отработать, кто поможет, будет помогать мне их отрабатывать? Мой партнер, муж или жена. Вот я бы хотел, чтобы она это обратила. Это очень важно. Семья сохранится от Господа. И как вы думаете, что я этим управляю? Конечно, мы этим управляем. Вы этим управляете. И в этот момент, когда вы создали семью, это тот объем работы, который нам нужно работать с вашим новым партнером. Если ты хочешь... Для чего я сейчас рассказываю, друзья? Хочу, чтобы вы просто прошли осознанно создание семьи. Осознанное состояние, почему все происходит так. Почему я снова и снова имею проблемы? Почему заканчивается сексуальное влечение, начинается проблема? Они все сильные, после этого все абсолютно по-разному. Чтобы работать. Здесь не рай, к сожалению. Да, всего лишь 7 уровень 14 метров. Итак, если мы не отработали те качества, которые мне нужно было отработать изначально, до моего взросления, для мужчины 25 лет, если правда развивается 25 лет, начинаю. Девушка 17-18 лет уже может выходить замуж, воспринимается все. Если я не получил те знания, которые мне нужны, не отработал те качества, то мама с папой мне не помогли, и я не работал с мамой, то мне кажется, учитель, наш муж или жена, да? Наш партнер. Поэтому основное отношение в чем здесь получается? Когда я посмотрел, чего их качества не хватало, на чем надо работать, здесь нужно быть очень честным для себя. Что такое было? Был я внимательный, опыт простой. Если я вырос, родился, вырос в семье, где не было папы, я мужчина, да? Я не получаю опыт мужской. Я не знаю, что такое дисциплина, что папа, что папа, мужчина — это дисциплина, это строгость. Мама — это любовь. Если я мужик этого не получился, то значит здесь проблема на женщине, да? То есть какой буду я муж? Я не знаю, что такое ответственность. Самое главное качество, которое женщина ожидает от мужчины, да? Я не знаю, что такое послушание, я не знаю профессию, я не знаю, как строить отношения между мужчиной и женщиной.
Я, конечно, гость не такой. Другие соседи делают, другие если придумал несколько сказки, и вас я рассказал. А что за проблема? То есть, а если я понимаю, что у меня с этим проблема, это заказчик, который мне должен работать. Я это понял, осознал, что дальше делать. И буду учусь. И зачем? Где взять эти знания? Если я подружусь, тяжело, а мне не тяжело. Для того-то я пришел сюда, получить опыт. Это самое лучшее. Например, если мне нужно получить опыт, зарабатывать денежку. Я рождусь с миллиардером. Какой хрен, какой смысл? Я же не научу деньги зарабатывать. Папа, мама будет на меня баловать. Действительно, я рождусь в семье где-то, да? Чтобы я... Если я научусь деньги зарабатывать, чем я работаю свою рекламу? Чаще, да? Верно? Логично? То же самое, когда девочка рождается без папы. Какие проблемы? Девочка родится без папы, выросла без папы. И я навею пример нехороших отношений. Не помните, что мы строим отношения по образу, подобию. Не слова, которые мы, как родители, говорим, а без сотрудников, а образ, пример. Это самое лучшее образование. Мы впитываем это подсознательно с материнским молоком. И что другое не может нас так поменять, как именно образ, пример, живой пример. Мы впитываем, и что потом подсознательно, если мы рулим на автопилоте, мы выходим, строим отношения, распределяем обязательства, да, вот там сошлись, поженились, да, все это, то, что делаем. Так было. Так, мы привыкли, папа, мама, мы видели, да, делали. Если у девочки не было примера, как папа с мамой строит отношения, что им было? Ну, так не научились. Вы не научились, соседи не учились. Так, внутреннее состояние мое, мой ум в ней, хочу сказать. Лучше всего утро в нашей руководительной. В чем проблема такой? Вот мы, касаясь нашего назначения. Мы знаем, с какой задачей мы пришли. Душа знает, какое назначение у нас так пришло. Знает. Но почему сегодня в процессе Кали-Юги, Железный век, почему мы этого не помним? Почему мы тратим время, годы, 5 лет, потратил 7 лет на обучение, стал юристом? Потому что мама мне в детстве сказала, сынок, это очень хорошая профессия. А я хотел быть другой. Пошел, мама сказала, а ты что сошли пошли дальше? Деньги есть, а здоровье нет. Ты хочешь, чтобы она была, то нужно слушать душу. Душа все знает. Мы потеряли слух, потеряли соединение души с сердцем. Что ум-то нас пришел принять. Нас разбираться. Только нас разбираться. Поэтому приступает разум, если нас разум развили, разум вступает здесь. Говорит, дружище, это, конечно, классно, но если ты будешь идти на поводу чувств, ты ничего не проработаешь, ничего не получишь. В этом проблема. Поэтому задача наша сегодня, самая первоочередная глобальная проблема, научиться слушать свою душу. Потому что она знает, что тебе надо, как тебе надо. И выбери партнера, как выбрать своего лучшего учителя. Помню, что мы пришли с отработкой. Сюда. Я была женщина. По правилам, по совершенно не знаю.
станет, мы меняем свою оболочку. То есть из-за того, не буду говорить свои подробности, и привязки у нас были в одной семье. Можно ходить по детству, как девочка, мальчик, спасибо. Если я привязан, я подспорил не буду. Мужчина сегодня получил оболочку. Женщина. То есть был генералом, мы сейчас в этом месте. Представляете, женщина, у вас, я считаю, что у вас сильнейшая аскеза, которую сегодня нужно выработать. Значит, какая самая главная задача женщины? Девушка, кто скажет? Какая самая главная задача женщины сегодня? Отлично, любого не спасет. Кто еще скажет? Соединение. Родители? Что еще? Отлично, да, это глубокое понимание. Кстати, более точно, если с вами говорите. Более точно, самое главное, по качеству судьбы, это что? Это быть, в образности скажем, это быть королевой. Быть королевой — это научиться заботиться о нам о родине. Если таким языком жестким, я точно вы используете, но сейчас не сказал, что мне всем нравится слово такое, которое называется смирение, послушание. Женщина не любит слова смирение. Боже мой, я же вырабатываю, понимаешь, это послушание. О, мой господин, о, мой господин. То есть понятие про нас, наш гордыня же, боже мой. А почему гордыня, кстати? Кто скажет, почему гордыня самая тяжкая вера, кстати, да? Последний вопрос. Почему гордыня самая тяжкая вера? Кто может сказать, ребята? Гордыня. Все, не убийство какое-то там, не что-то другое, не украдение. А именно гордыня самая тяжкая вера. Почему? Почему гордыня? И что? Да, здорово, что? И что это? Но гордыня — это очень плохо, кстати, это очень здорово, это помогает нам разобраться. Я выделяюсь, я хочу что-то достичь, и за определенное время, что эта гордыня очень нужна. Я не отвечаю, пока не работаю, пытаюсь в обществе, отсюда крепким, вообще защищать себе. Это очень важно. Что дальше? Почему дальше? Близко очень здорово, да, ученики. Гордыня что? Гордыня по дефолту, я все знаю, я все умею, самое классное, самое лучшее. Мне ничего не надо, я все умею. А для чего вы сюда пришли? Учиться, дяки, учиться. Чего буду учиться, если я уже сознаю, я сам Господь Бог. Действительно, поэтому мы находимся, знаю, что мы возобновили своего Господа, находясь в руках Господа. Поэтому представьте себе, если я просто женщина, просто жизнь, женщина была мужчиной, да, была генералом, все хорошо, она стала солдатом. Гордыня Санскара, да помните, я там командовал, я же был генералом. А сегодня ржавые солдаты. Подсознание все помнит, Санскара помнит. Это тяжелейшая Санскара выработана. Но именно для этого мы и родились в этом теле. Для этого мы родились в женском теле, чтобы научиться этому новому качеству, этому смирению, послушанию. Быть королевой, достойное место занимать. Не надо рокировку делать. Не для вас. Каждого есть на соответственную тему. Это очень важно. Я вижу здесь основные три отработки в нашем назначении. Первое, самое важное, это действовать на соответственную тему. Мужской нацик. Практика, работа. Время психики.